очередное задание Александра Белановского о том, чтобы рассказать, какие три качества я готова в себе развивать в результате тренинга. И я отметила, что имеет смысл смотреть наружу, да, и почаще делать добрые дела. Это одно из качеств, которые я хочу в себе развивать, чтобы быть внимательной, что происходит вокруг, да, потому что, к сожалению, часто очень концентрируешься на своих задачах и как на себе, в себе и так далее. Оказывается, это очень классно, очень интересно смотреть вокруг, что происходит в мире, и помогать, если возникает такая возможность. Также следующий момент, который я для себя отметила, это вот праздники, да, так скажем. Некоторая организация, как вот с колядками, например, да, вот просто собраться и пойти что-то сделать. И мне это очень понравилось, и вот это качество я буду в себе развивать и придумаю что-нибудь массовое. Вот на протяжении там 3 месяца я организую какой-нибудь флешмоб и или сама просто что-то сделаю, не знаю, пока еще, пока не приходит на ум, но обязательно что-то организую. Вот, то есть, ну, вот такой вот выход, так скажем, и проявление некой нестандартности. Следующее качество, которое я очень хочу развивать, оно вот сегодня пришло, так скажем, я сейчас нахожусь на балу, русский благотворительный бал в Люксембурге, и качество – это качество нетворкинга, то есть когда общаешься с людьми, с незнакомыми людьми, и знаешь, о чем с ними поговорить, знаешь, что спросить, там, что предложить, да, то есть как себя прорекламировать. Очень важное качество, очень нужное для меня на данный момент, и это качество я буду развивать. То есть вот три качества на протяжении 3 месяца, которые я буду точно развивать – это смотреть вокруг себя и, соответственно, оказывать какие-то добрые дела, да, вот по мелочи или по крупному, кто знает. Следующее качество – это развлекаться, самой развлекаться, вовлекать кого-то, вовлекать свою семью, то есть что-то устраивать для себя, для семьи или для, просто для окружения. Вот. И еще одно качество – это нетворкинг, который я собираюсь развивать вот на протяжении этих 3 месяцев. Всего вам хорошего. С вами была Юлия Бахтина.